Мать, еще два человека. Я споттера беру, скажешь потом, Джонни, чтобы он отработал. Двигай на метку двигай. Don't flank too close to the that factory flag on the way to bunker. Oh, hello, Sissy, can you hear me? Yes. Yeah. Роджер, смотри во все стороны. Я фугас зарядил, так что часа. Так, останавливаемся на метке. Выхожу из машинки только я. Окей. Выхожу из машинки только я, ставлю ралик и потом прямо на машинку езжаю. Don't waste your rally at bunker, just make a quick cap it with force, then make use your rallies. Шмаляют по нам. Не, сейчас сам собой. Чуть камеру переспадет машинка. Ралик не передай. Готово. Все, едь. Looks like just the HQ is defending itself. Чё, блин, не повезло. Yeah, just get inside the flag and cap it, guys. It's only their HQ. I think. Я в машине застрял. Ралик стоит. Да. Джонни, фактор спотит фактора. Я разрядил с собой. Wait 2 seconds, I clean bunker. Got it. Хорошо. Panther 4 at the main and a Puma at the main. Where is Dynamite or Омбус plan? He has to take the Puma. I'm in a Panther 4. Yeah, tell Омбус to take the Puma then, guys. И в лес посмотрю. I'll take the P4. Alright. На пушке, на зенитке. Там берешь? Минус. Хорош. Работаем. Не, все нормально. Что ты подъехал? А, это наш. Это наш, блин, я уже думал, чужие. Ага, понял. Да, берем флаг. Все, нам надо отходить, наверное, да. Так, нет, кстати, так, все, двигаем восток, пехота. Assassin have infantry east of bunkers. Ты убил этого, кто взрывал. Это немцы вроде. Just leave it here for now. Так, двигайте от бункеров на факторе. So Erwin, I got был Грейхаунд где-то. The state got in my way and it's empty. Okay, good job, Райдер. Have squad 4 defend it and you go for farm. С востока. I go to farm? Yeah. Где ты? Покрутись. I got satchels near the red zone. Все, отлично. Да, хорош. Окей, склад. Мы в итоге что делаем? Двигаем или что? Двигаем на факторе. First squad. Yeah, a second squad. Okay, Inters, it seems that you haven't go to village, both of you. Squad 1 is at the state at the moment. Okay, okay, copy that. I already told squad 4 to defend it, but if squad 3 is gonna defend it, the Spanish should decide between themselves. I want one of the Spaniards to defend the state. So whoever's available, defend it. Так, что делать мне сейчас? На фактор двигаем. So I think it's you, Ryder, for now. Так, ладно, они нас спалили, меня спалили, сейчас будет ралик. Ryder, yes. Yeah, it's gonna be you defending a state for now then. Go, enemy Sherman. Roger that. D4 is attacking village and bunker. Народ, пока Власов атакует, отвлекайте. Не спешите в склад зоны. Так, я туда не проеду, не. Скажет Джонни, что я запросил арт-удар. Сисика, казацкий репрессный фрайфайер. Ладно, попробуй проехать. I will try smoke there, so you can attack. справа от ралика кто-то стоит. Да, атакуйте, атакуйте. Ой, Керс, я думал, это враг, а это ты. Там враг перед востоку от меня. Там HQ было. Мне проверить, прочекать? Да. Все остальные двигают в флаг-зону. Там сети Грейхаунд, там и Пантер. Нет? Пока с моей стороны не вижу. Чарли 4. Чарли 5. Грейхаунд. Squad 1. Greyhound comes in. Alright, guys, which squad is missing its P4? Ну, никого не видно, если что. Christian is blunder using the Panther. Блин, не под... Christian. Чё-то он не подсветился. Я из Зенитка. Тебя убили? Я на мине. Я заехал на флаг. Танковые. Я вообще не ожидал. Алло, Власов, атакуйте. Попросите Джонни. А, ладно, пофиг, он и так сам. Мы пока обороняем фактори. Передо мной, я кручусь передо мной. Вот передо мной, куда я смотрю, там противники у них ралли. Угу, понял. Смотрите, заходит пехота в сметку. Вижу их ралик, видимо. Спот кинешь, нет? Ща кину. Нашел ралик, кидаю для арты спорта. Ну, уничтожай. ССИ, мракобес, реквест на террорфая. Мракобес, реквест на террорфая. Меня убили, но я кинул спот. Роджер. Скажите Джонни, чтобы отработал. Казоцкий, он мракобес... Персинг стоит. Все, отлично. Давайте, мы пока обороняемся, мой скот обороняется, фласы будут покрывать, мы поддерживаем как немного. Убедим, надо убедиться, что у нас... Херащи. Танк рядом где-то. Да, Власов, может открывать, нет? Ралик уничтожили нас. Пометки противника здания. Squad 1, are you capping farm or not? If you can't, Алло, Власов, с юга противник. В этом цехе, в южном цехе противник. Да, они в этом убили его? Не знаю. Но я одного убил, конечно, но он не в здании был. Убили. Не убили. Panther. Все еще противник был на юге. Swedish, can you tell Омбус to take the Puma, please? The Germans are low number. Я нашел их ралик, видимо. А прям под деревом, Come on, overwhelm the blue flag. Где? Передо мной я кручусь. You can alternatively go to depot from factory if you're spawning there. Вот тут? You already have two squads attacking village, so yeah, let's cut off people. Whatever we cap, это по нам же не отрабатывает или это чужая? Это вражеская арта. Squad 2 and 4 keep going for village, squad 1 go to depot. Там чисто по танкам. Да. Керс там фактори забирают. Следующая задача какая? У нас фактори забирают. Флаг падает. По погоду поддержим депо атаку. Помогай. Может у нас пока поддержать? Не, у нас пехота до хера, потому что не проедешь. Потому что Интер атакует депо, лучше их поддержи. Флаг большой открытый. У меня Панзерфаус, мне на флаг возвращаться или помочь лучше депо? Я не вижу, возвращаться на флаг, нужно возвращать флаг. Окей. Алло, Власов, взорвало. Панама авиет навелась на флаг. Ага. Это наш танк едет или что? Так у нас, кстати, ралика нету. Squad 1, defend depot. Как казаловский командир. HQ, what about squad 8? Hang on. I killed their rally point at depot, guys. Flag factory halfway down. Неплохо. Yeah. He's in the flag building, the garage. Так, народ, у нас противник в флаг-зоне. Откуда ты знаешь? Возвращаемся. Погоди, это танк там впереди? Он там впереди. Я не знаю, а, это наш, это наш. Ой, я захватил это француз, учил. Yeah, I'm working on it. Probably just on one guy. We just cannot find him. State is falling. Yeah, he's inside of here, Curse, somewhere. He's in this building. Mm-hmm, copy. Looking for him. Второй этаж чисто. At least he was a second ago. He may have moved. Depot, repair the Panther. Yeah, probably. Or just get inside this tank so he can repair itself. Squad 1, help out the Panther. Yeah, copy, copy. Ну все, уже врагов нету, они все на депо или вилледж или ламбермиле. Так, мы стоим, броня здесь. Году, помогаем на депо. Yeah, we're trying to attack village. Right, if you fail, spawn at depot. Колеса не падают. Сидим на депо, да? Да, мы сидим... Райдер, coming to you, coming. А я на депо, фактор. Лойер, go ahead and get there. Ты, Персинг, можешь... куда-нибудь... Да, на вилледж садить. Лойер, yeah, get in the fighter. Нас тут хватит, 4 человека. Лойер, take the fighter, enemy plane is up. Копи. Самолет взлетел. Flying over village right now. Тебя тут держать. Depot's under attack. У меня при... Да, нет. Нет, они избегают не с церкви. Убивают прямо на юге. Он и... Депо-фактори идут. Юго-восток. Привязали так же его. Я не играю. У вас вообще первый. Ах, я навелась. Right squad, to keep the tanks spotted. Еще раз мне помните, нет? Ну, нет, наверное. Делай, чё хуй. Good job, good job. Enemies coming to depot. They're coming east. Ладно, шучу, слушай сейчас. Меня не слушай, я дурак. Sorry, we have just destroyed the rally. Где-нибудь не рядом со мной займи позицию, смотри в воду. Coming back. What's going on, dog? Давно эти ящики с боеприпасами, ничего не берется из них. We need people on the state. They have enemy rally at 12 o'clock. Okay, enemy person in the town подбирается к боеприпасам. Ah, shit, I'm down. Должен быть такой статичный. Ну, один танк я вынес тяжелый. Отлично. Пешенько. А второй меня что-то, я не знаю, что меня убило. Ну, еще пехоту. Spot the tanks sooner. Alright, squad 2, if you are dead, spawn at depot and head for lumbermill. For lumbermill? Roger that. Yes. Assist them. Я даже не знаю, есть ли здесь ящики боеприпасами. Я не нашел. По-моему, нет. You got enemies in the flag zone at Lumbermill still. He's standing right next to the AT gun. Сейчас попробую глянуть по бусту. You want us to go for farm instead or village? Let's see. Spawn at depot and go to village. Roger that. Okay. Don't abandon enemy command. You still got a lot of enemies there. Минус социальный. Don't lose Lumbermill again. Okay, big attack coming into depot. Угу. Колесный. Да. Alright, squad 4. Попробую джамбу. Cut your attack at village. Spawn at main base and attack bunker. Смотрите, у нас подавленный ралик вот здесь. And rally 1 blocked. Да там разберутся. Не факт, что там. Я Пума. Rally 1, check it out. Бокс, короче, далековато. Ну, на северо-западе. Yeah, we got enemies all over the place around depot. Reinforce it. Я АФК побуду несколько минут. Так, слышал о на севере. Джонни, Джонни, мой спот. Роджер. По-моему, стреляет в север от меня, нет? Вон наши два отряда, две точки забирают. А что было? Вот наши два отряда, две точки забирают. Угу. А их не отряд. Кристиан, maybe try far more bunker if you can't cap village. Танк на СВ-50. Окей. Власов даже забрал точно. At village, culture attack, spawn at estate. А что у нас у Наральки танк? Он объезжает. Spanish 2, spawn at estate. Ради да. Где какой танк? Чего? Где наш пазик? Нет, он Lumbermill. Лес заехал. Ну это наш танк. Блин, идти от Lumbermill. Лес заезжал. Это был бы сразу, что немецкий танк заехал. Вон есть. Spot them on the minimap. Я вернулся. We have 3 tanks incoming there. One of them are spotted right now. Блин, точно на факторе. Все еще факторы броняют. Да, у нас скучная работа, что делаешь. Squad 4, either go to bunker or spawn estate. Stop attacking village. Бункер давно, в этом, наверное, была тактика. Грузовик рашевский лесу катается, я пытаюсь его догнать. Окей, where are we going to stay? Да, вижу. Он там пустой сразу? And Ryder, have one of your squads attack bunker now. Народ, не разбегаемся, Christian, prepare defense at the state, I will go to bunker. Тут не так много. Я его зарезал. Ну, я север просматриваю. Squad 8, keep attacking Lumbermill. А Сазор, там есть кто-нибудь на метке? Я убил его. А, у нас один человек был здесь. Я его убил. Это синий рандум. Ну это одни. А, кажется, я его, да. Ребята, блин, с севера меня убили. 255-го градуса едет грузовичок. Откуда? На нашу базу, с 255-й градус. Родера. И по мне шмаляет. Так хорошо, меня убили, короче, но я в ответ. Да, понял, понял, понял. С запада, смотрите, отсюда могут убивать нас. Что-то едет, что-то едет. Молодцы. Да, да, что-то на гусеницах. Пехота, пехота, пехота заходит. Пехота заходит со стороны метро. Встречайте их там, со стороны метро заходит пехота. Слышите, у меня бесконечный боеприпас почему-то этот. Да, Власу, конечно, я не знаю, надо это. Хотел помочь. We lost Johnny. Ну, тут у нас тоже сделается. Rider estate flag is empty. Christian should be there. В принципе, норм. У нас 4 флага есть. One guy only. Christian, я хотел там вынести. Не могли проскочить. Это была отчаянная. Это типа последняя. Постоянная проблема. I think there's a tank between Lumbermill and Depot. Можно было же буксировать грузовиком? Is that one guy dead at estate? Come on. Нет, ну там на костылях. Некоторые. А чё, на арте никого нет? Нет, враг поднял пушку, блядь. Rally east of Lumbermill. Можно погрузить и выгрузить, но подцепить нельзя. Да. Да. А чё у нас, где Джонни? Спросить? Спросить кто-нибудь? Ну... Да, может быть. О, на вилочке пехота. У меня не подсвечился, я натянул на воду такие нервные. Секунд 5. Ты, у меня появился тяник, когда ты понял, когда я уже... Так, север. Возле танка, короче. That's why I'm thinking about it. Counterattack, so they don't get the factory. Yeah, but I cannot live. Yeah, but then Factor will stand defended. So they come. That rally's down. Yeah, but then Factor will stay undefended, and we're gonna lose it. They're coming. I stay on their ship, guys. Oh, you want my other squad to attack village? Один. No, squad 8 should defend lumber mill. Okay, Ryder, you go to village. Хорош. Right. Чуваки пишут Jumbo. There's a lot of guys on farm, like a whole squad, armored car, and tank gun. We need dead spawn, sir. Oh no, we don't control that flag. No, no, I'm just saying it's shit depot dropping. Нет, его меня нет. Dead spawn deep. Ah. Я проверю. Do you have somebody watching the flag? Lol, we have a surprise attack at stake. Еду на депо. Народ, знаете что? Давайте все пехоты помогите третьему складу попробовать пройти на вилледж. На вилледже здесь, кстати, слабовато. Ну давайте, я помогу. Вон, к Козотскому кто-нибудь сядьте в эту цеху. Я зарядил фугас. Ну там просто есть кто-то вон. Самолет летает. Созор. Залезь к мракобесу в этот в цеху и заезжать в флаг-зону. Ставьте заодно ралли. Окей, Тар Волф, куда ты зеркаешь? Окей, поставим Керс. Ставьте там, где вы стоите. По левой стороне иду. Ты сел, нет, Созура. По левой стороне. Нет, все, атакуйте. Поставьте ралик. Поляки тут. Ставьте ралик у церкви, да. Я же сказал, ставьте. Нет, бля. Самолет отлетел. Самолет над нами. Я думал, вы поставите. Поставьте где-то Рон. А, или вы уже. Роджер, тебя спрашивают, тебя сбили или что? Роджер, take the plane and bring their plane down. Блин, я один остался. Я понял. I'm going for the kid. Go village. Да ничего. Go village. Village. Sergio, village. Village, copy that. Буду защищать свою ферму. Thank you. Так, самолет летит. Я сейчас винтовку смогу сбить. Камикад, ты там уже занят. Самолет нет. Если очень-очень-очень повезет, то хотел залезть наверх. Ты уже там занял. Едет тоже с двухстволкой. Танк. Едет на... Банка жанра атак. Там труба на факторе, там танк обижает. 75 градус едет танк Хелкет, по-моему, на Ламбермилл. Предупредите их. Ламбермилл целеустремленно едет. Блин. Так, смотрите, к нам и в нашу сторону едет по цеху. Наверное, с пехотой. Наедет. Меня убили. Да как этот ублюдок меня увидел аж? Без пехоты. Она на вилледж едет, а по цеху. Как называется враг с башенкой наверху? Ого. Ну вот, с пулеметиком наверху. Танк СДКФЗ 251, по-моему, нет, не 251. Запада. Блин, нас убивают с юга, прям с юга убивают парни. 195. На меня есть... Ассоси депо андратак, депо андратак. Теряем факт. Они трапят депо. Дедспаун сифа. Это что за мне пиццесса? Я еще андратак, но ты на меня. А уничтожил? Заходит, с восточной стороны заходит дымы с восточной стороны. State is quiet. Самолет очень сильно настрелял, он остановился. I will leave a spot for you, Dino, in case I am attacked. Или нет. CC, Dino, roll spot, enemy A. Он возвращает танк. Юго, танк. Американский танк. Сейчас попробую подбежать, дать этот спалта. По нам работает. Dino, roll spot, crashing. Годл, тащи! Окей, склад машина. Власов, у тебя приказ были? Танк еще один едет с факторией. Танк едет с факторией, напротив меня дорога, вот я кручусь. Повтори. Все, я понял, вижу. Слева от тебя машинка слева. Танк, смотрю. Народ, не уходите с флаг-зоны. Два танка на 240. Так, через меня уехала. Убивают, убивают с вил. Ой, блин. Delta 3, enemy jeep. Ой, я минус танк. А как тесный между вилледж и ДПС, и у вас там проблемы кричит. Блин, омбудсмен убил. Понял. Случайно. Смотрите к нам за восток. Север-машинка, север-машинка. Наш лоб атакует. Я. Народ, все. Что? Где все мои пехоты? Я умер. Почему у нас меня вообще убивают, блин. Я убил четверых и меня убивают. С севера, я не знаю, в лесу было пехота, меня только что убили. А, трак едет с севера. Это наш трак вроде. Нет. Ой, голову двигайся, наверное, там тебя подсветили для арты. Пехота уже обходит по правой стороне. Ралли уничтожили. Угу. На мне пехота, на мне пехота. Enemy squad northeast of farm. We're engaging. С запада смотрите. Через спаунпоинт идут. Rally 8 Depot. Так, блин, АПЦ какая-то с востока вот где-то здесь. Lumberman under attack. Roller spot, enemy APT and Lumberman. Прям сверху херачит люто. Нам надо ралик. Этот опускают... Флаг? Да. Я вижу депо. Вылезем депо. That's one's depot. Угу. Я занят. They coming from northeast. Да блин, слышу, ма. Ищите пехотинца. Передо мной едет. Флаг припущен. Держите флаг, держите флаг. Гудл, за дистабилизацию. Гудл, на мне подсех, Там танк. Так, кто рядом со мной, подойдите, поставим ралик. Давай, я вам ралик. Только я. Влас. Ага, красавчик. Я убил. Ох, повезло мне, чуть снаряд не попал. Дымы из... Влас, там еще подходит с забором. Власов. А по цеху все еще там. Заботал, да. Они прям лежат за забором. Меня Фаус патрон вынес. Пехота потихоньку бежит. Вот дампан. Откуда? Откуда пехота? С фактори. Пехота с запада. Пехота с запада. 8 человек. Да я понял. Да, слышу. 8. К флагу бежит. У нас тут 2 сквада, мы и Власов. 8 человек. Где? Юг с фактори, юг с фактори. А только что к нам с севера поляк заехал один. Деберс. На деревья. А, пуху, четырехколесник залетел к нам, заехал в гости. Танк заехал к нам в гости. Блин, пошел. Я понимаю, джамп. Да, пехоты очень много. Два танка еще. Больше деваться некуда. Где Берс? У них больше нет Грейхаунда. Убили. А на севере Грейхаунд китайцы. Грейхаунд на севере китайцы. Вот герой. Блин, вообще убивают. Нам нужно... заходит с депо-то юго-запад депо. Сейчас будут снимать флаг, ребят. Угу. Держите. Держите флаг, не уходите с флага. Поставим его ралик. Держите. Ралик 5 disabled. Keep around. Я, кажется, знаю, где у них ралик. Сейчас уничтожу. Нет. У них ралик в доме слева от нашего ралика. Не прямо нашего дома. Не, их очень много. Они идут, ну больше деваться некуда, у них один флаг. Tank coming into lumber mill. Вход. Хорош. Они gonna cap people or not? I don't think so. We have a tank, we have a Greyhound here. Okay, Cursed, spawn at bunker. Мы пытаемся чуть-чуть. Так, на бункер. Давайте суицид. Кто умер на бункер? На бункер. I hear a rally. Keep them there. South of Lumber Mill. Right where the AT gun is. I just got shot off. There's a rally somewhere down there. Тут гранаты какие-то. Сейчас я think we're recapping депо. А, Лёлик, извини. Мы сняли флаг. Мы... Так, я да. На... Так, ну я пока на бункер. Right, and keep in mind, bunker is safe for now. If you ever close to failing depot, spawn back at bunker. So you want to defend depot, right? Yeah, for now. Власов, держим. If you start to lose it, spawn back at bunker. Мы почти захватили флаг. Народ, если мы сейчас возьмем депо, обороняем депо. Если не возьмем, мертвый спаунс на бункер. Мы депо не захватили. Давайте пока еще можем пробуем брать, если не получается, на депо. На бункер. Ралли уничтожили. Ралли уничтожили. Все, значит, на бункер, на бункер, на бункер. Is village lost or am I gonna get it back? Я не удачно зашел. На бункере какую-то 105. Что там, пехота на бункере? Да, 105. SSC бункер under attack from east. That's spawns farm, that's spawns farm. Тем более она... Да, это зенитка самоходная, четверная установка, по-моему. Убили, убили вроде. Хорош. Fuck, the camera nowhere from north. Все, я убил. Надеюсь, я не забил. Ого, куда он ее поставил? А кто у нас зенитку? На бункер. Повезло, что я не на вышке была. Здесь пехота. Но они чисто. Все убили. Интересно. Need dead spawn on Dunmill. Yeah, we don't need dead spawn, spawn Dunmill. Oh, you need Dunmill. I already need spots, guys. I'm losing estate falling. It's lost in 5 seconds. It's lost. Son of a bitch. Alright, I'm gonna drop the машинка езжает. С какой стороны? Я убил его. В этом бункере противник убит он? Нет, я его убил. It's the HQ. Еще только two tanks coming into the mill now. Yeah, I'm just at state, sorry. Пехота приближается. Да, блин, там, сука, лежит возле бункера. Ой. А если бункер сам зашел, бункер зашел. Бункер, чувак, есть один. Так, снимай флаг, снимай. В бункере, в бункере. Созора сзади тебя машина была. Дома? Он гранату не... Ай, сволочь. А как меня через стену? Despawn Factory, please. Опускаю Factory. Хорош. Почти опустим. У нас на флаг-зоне все еще кто-то тусуется, по-моему. Да, Factory. And spawn with Pantherfaust, please. Забили у Factory. Так, где-то около меня. Забили у Factory. На бункере сверху лежит. Блин, они со всех сторон сейчас залетают. У нас полноценная атака. По-моему, где-то... Где-то здесь мы потеряли. Они прям на юге. Держите флаг, я буду искать ралик. Мы сейчас фактори заберем. Персинг's right in the factory. Бункер забрали. Can we take the Ягдтигер for a moment? We have a time free. Не, не заберем фактори. Swedish. Yeah, sure. Я его забил, но не могу забрать. Заходит еще Сузуры. Это уже факт. Yeah, if you don't need the Pantherfaust, we need them at Lumber Mill. Они trying to destroy the Pershing at factory. Керс, вон там в здании маленьком. Поднимаю фактори, мне еще один побежал. Зенитку снял. Пускаем, пускаем, пускаем. Я нейтральный, больше людей флаг. В южном бункере, в южном бункере. Надо флаг взять. Сазуры, прости, я обосрался, пожалуйста. Бывает. А, гранату закидывают, ко мне будет. Народ, по флаг-зону. Зайти, сейчас иду. Флаг движется в обратную сторону, потеряем флаг. Так, они зарейдили, они в бункер зарейдили бункер. Я туда сейчас паузу закину. Закидывай. Сейчас потеряем танк, перебежает. Не выбегают из бункера. Да, мы потеряли. Ладно, я отступаю. Maybe spawn at village and attack depot. Нормально. Блин, понимаю. Чел берет, разворачивается на меня и этот, ну, копом дает. You have plane at main. Royer, are you gonna take that? No, I'll take it. Копи. Они к нашему ралику идут. Да, они все. Я понял. И деливеры позапирали. А, заблокировали. Не спаунти, пока не спаунти, никто не спаунти. Request. What? New orders? Spawn at village and attack depot. Pick up. The Pantherfaus. По-моему, стрельба сюда, нет? Вообще, я его спугнул, он точно прилетел. Блядь, чё ты пидорасы такие везучие? Good job. Here comes the Pershing, he's coming up south of factory now. He's probably coming to village too. Бля, все мимо. Thanks. Never mind. А там пехота с юга заходит, да? Да, там двое, кажется. Да. Ой, у нас пусто взорвали. If you're not using the Panzer trucks, make sure the guys at the village can have them. There's tanks rolling up there. Отлично. Кто пушку нас взорвал? Ой, Джамбо где-то. Ой, пусто. 150, I just killed. 150 Let's get some dead spawns to village. I just killed a guy in the flag zone. Dead spawns village. 120 он в лесу катается. Пехоты много. It's okay for now. На 120 катается. All right, I just killed a guy in the flag zone. Okay, I need dead spawns estate now. Dead spawns estate. All right, dead spawns estate. Everybody estate now. The empty jeep было посвящено. On the west side. Empty jeep west side. Убил Хелка, Хелка-то убил из Зенитки. Они, короче, когда-то устроили, там Хелка, короче, в спину голову заезжал, но я перехватил. Я убил. Теперь мне конец. У нас до сих пор этот Джамбо в лесу на восток. Переживай, я отомстил за тебя. Да, или ты пушку ничего не сделаешь. Я его убил. No, it's not the gate. It's wait. Okay. Билли. Yeah, there's a guy somewhere around here in the state. Да блин, меня сейчас чуть меня тут один свой расстреливает, пидорас. Bunker under attack again, might need dead spawns. Причем упорно так. Dead spawns, bunker. Билли. Испанец. Бомбит от того, что все на его мины нас. Чуть лицо не прострелил. Сори, снайпер. Окей. Кто может ответить? Ну да. Я со стороны, наверное, Грейхаунд с Митхом. I don't know. Still got a guy at the state. Bunker seems fine. So got one admin in the state. Кажется, ралик поставили, юго-востоку. МТ, куда ты уходишь? А Донбасс пробует. Смотри, с твоей стороны должен быть противник. С востока обходят. Да-да, с востока, народ с востока. Dream TV, возвращайся. На метке щип вражеский ралик. Там танк едет. И у нас арта уже послала. Так, южнее меня. Южнее тебя? Угу, понял. Они ралик тут поставили. По метке танк вражеский. Чей спот? Мой спот с юга. Вот на юге, да. На западнее метки. Это твой спот, Микадзу? Да-да. Сисик Микадзу request and delivery fire. Микадзу request and delivery fire. Probably enemy rally point on this spot. На метке для арты западнее нашей метки. Моей метки. Вот так сейчас снесли вроде. Let's get that guy out of the state. I don't want him to solo camp, but. Возможно, у них ралли где-то здесь могли поставить, если они сюда. Если они двигали слева от тебя года, может быть, пехот в лесу. Окей. Амлоки. Я отсюда вижу. Так, теперь восточнее от старого места пытаются. Восточнее? Да-да-да, восточнее, опять с востока обходят. Вот тут? Да-да. Или вообще с востока? Ну, они дальше пролетают. Понял. Там дым... Так, тут дымы были пометки. Пехота посвящена. Смотрите на востоке, пехота посвящена. Yeah, he's kind of southwest now. Erwin, you're running right straight toward him. Other way. Enemy vehicle somewhere west of bunker. Sounds like a half track. К Зенитке наши подходит. Зенитка, сзади с тобой. Освещен он, смотри, освещен с тобой. Отлично. Мне кажется, они ралик поставили где-то возле твоей метки за холмами. Угу. Да, я оттуда есть. Бегу. Так и есть. Нет, пока не слышно. Greyhound coming to a state now. Что на метке? На метке пехотинец убил. И еще пехотинец. У них там где-то ралик. У них там где-то ралик. If you respawn the state, bring a Pantherfaus. С юга что-то подъезжает. Greyhound here. I'm sending Wolf to deal with the Greyhound. Don't send him all the way to a state. We don't need him in bunker. Well, he can go somewhere, I guess, but not a state. Так, и меня гранатами, походу, выкуривают. Меня только что убили, народ, меня только что убили. Смотрите, запад, наверное, будет сейчас заходить. В флаг-зону, в флаг-зону. CC probably farm under attack. This one's farm. Okay, estate under attack, estate under attack. That's one estate. Бегут с леса. Spawned estate. Ты, блядь, меня убивают, срываки. Да-да. Да, заходит с запада. Запад, северо-запад. Чините фарм. Надо восток тоже чинить. С востока уже идут. Улицу перед... Да. Эльмин, West, Northwest Farm. Чините. Looks like is village under attack too? I mean, it's always okay. Okay. Я на крыше. Я чинит годом, отлично. Yeah, there's a good bit of enemies at village. Я смотрю ихнюю эту зону. Танки едут. Где танки? Thank you, Эрвин. Блядь, ну вы вообще просто, я охуею. 150, 150 за лесом, 150 за лесом. Rally blocked. О, подсветил. Алло? Да. Добро пожаловать в процент. Сколько тикетов? Еще 200 тикетов. 228 немцев. У американцев. У нас еще 280. Танки, смотрите по дороге. Странно, что мы выигрываем. Снял. Я-то из игры вылетел. Да, вижу. Alright, let's cap something back. Здесь? Где? Да, вижу. Вот тут. Блядь, тяжелый пешенка, нахуй. Сиси, Динамит, check my spot. Динамит, check my spot. Dynamite, check my spot or Royer's spot. Copy that, I'm doing it now. Там два спотчика. Я увидел. Flag zone village. Village flag zone. Let's not lose it. Его убило. Dynamite, keep firing. There might be enemies. Rally point. Let's keep a rally at bunker too. Нормально. I killed one, but no rally yet. Okay. Here, I'll set a rally with you. Так, меня только что убили. Here, let's set a rally. Don't get over here. Возможно, с востока я не совсем понял. Я очень рад. Thank you. Может быть, отсюда обходит. Ралик где? Шерман at village. Что? На ралик едем их. Где их ралик? Не знаю, где-то на востоке. Я чуть-чуть до ихнего ралика не дошел, я у него был. Pershing in the woods south of farm. DC enemy still have rally point. Слушайте, а моя зенитка еще на месте или нет? Убили ее. У нас... Сазон не хорошо стреливался, а потом его убили. А кто накрыл? Верю, 18-8, я верю, что он очень хорошо стрелялся. С юга пехота заходит. Заходит с юга пехота. I was gonna drop a commander rally, but I forgot to apply for command. Я убил там одного. Около нашего ралика. Alright, can I get some dead spawns on the commander rally and attack a state? Where is the Sherman on village? Не видел никакого выстрела. I haven't seen it. Village is under attack. Dead spawns village. Ah, too late. Не знаю, пустой. Я отошел. Все еще пехота, памятки пехота. метров, да, 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 пехота, пехот, да ну, блядь, ты поставил метку, там пехота, человек 4 было. А, грузовик. Да, моя метка, красная, грузовик, большая, машина. 4 человека было. We're still gonna need. Well, we need 2 fires. Вон справа челик едет. О, увидел, появился. Чё косой такой? Вот тут, короче, на мне где-то. Ой, я увидел. Just give up on village and attack lumber mill if you're not gonna be able to get it. А если зенитка уже не двигается. Где-то здесь в кустах. О, вон шел, да, я иду. Иди, дай. Готово. Буду, где буду посвятить танк большой. Да, я смотрю за флагом. Alright, good job at the state, but we still need another flag. Вон челики бегут к флагу. Я убил. Так, ралик заблочен. Ралик заблочен. Танки есть где-то? Там нет, на флаге челик. Тут у нас не видно, как они в мире было. Он чел на флаге. And are you guys going to be able to get village? If not, I'm going to move you somewhere else. We should have the numbers for it by now. All right. We are copying village. What? All right. Вот третье место иду. Это я. Стреляли. Have a couple guys stay there at the state. Squad 4, just a couple. It's enemy up in the flag building at village. Пометки. Меня пострелили с раллика. А я убил его. Просто... Не успел спасти. А, я бежал по снайперку как раз, она у тебя. Жалко, что мы не можем спрятать. Нет. Давай. Так, я грузовик. Давай достанем. Это наш грузовик, нет? Наш. Да вот я вроде в грузовике. А ты мне даришь? Спасибо. Да, я вижу. Ты можешь просто сказать, да? Ой, а мне нету какие-то инженера, подожди. Rally point behind the Panther. Let's bleed him down now. По мне стреляют. Я могу взять. А, меня бьют. Пехоты нету? Не видно. Лес откуда-то прилетело. Это HQ. Не вижу. Ну, я понял, он был у флаг зоны? Он в доме, короче. А, понял. Угу. Ты видишь, что окей, на. В принципе, тут 20 тикетов меньше стало, 19. Alright, let's just defend what we got and bleed them down. Get some kills. How the f... I don't know. Так. They're... Yeah. Still a village. Мне кажется, на флаге кто-то нет. They got a rally somewhere in between factory and village, I think. Торм чел на меня выбегает, сразу на меня смотрит из-за стены. Даже не знаю, откуда я выйду. Что там? Прямо на метке в сарайчике. Да, блин. Как тут? Yeah, you might. No, don't move back forward. Move it out of the picture. Royer is going to fly over. This extra 262 out of here. Somebody get in it and then fly. Now fling it. Just blow it up. Fling it with everybody on it. Буду. Расстреляй самолет. Самолет не расстреляем, но здесь ничего не убить. Не стреляй. Это смешно. Я через забор пошел. А? Don't fucking kill anybody with that Panther signal. I don't trust you. Oh god. Yes, got it. Or stand in between the tanks, I guess. We don't need a Panther 4. We just need the Ягдтигер and the... Leave the Panther where it's at, do not move it. Everybody move out of the way. Turn to 180 degrees. And bring it. Alright. I'm going to shoot you if you don't get that damn Jeep out of here. In between the tanks, guys, and stop shooting. Не стрелять. Royer, fly north to south. Go behind us. From north to south? Да, с севера на юг. Fly north to south, behind us. Corbin. Oh, well, whatever. Go west to east, like you just did. Stop shooting. Be easy from 9 o'clock to 3 o'clock, because hockey's on 3 o'clock. What, Ryder? Just go west to east. West to east, Royer. Try west to east, I guess. Okay. Now from west to east. Very low. Nice and low. West to east, Charlie. Go west to east. West to east. And okay, low. That's fine. Fucking shit. Well, one more pass. All right, we got it. Good job. Nice. Ну, давайте где-нибудь в одном флаге сделаем, чисто, да, технически. В чем мы? Или там, где Ров говорил. А где здесь есть исторический? Ну, давай. Сейчас надо подождать, когда он справился. На Халка попросите, живешь. Райдером можно включить. А где второй? GG's everybody. I'm not gonna see you next week. See ya. You guys will play. Я хотел Вульф. I can't make it for you, Керс. Вижу. What? I can't make it for you on my city laptop. Yeah, sure, no problem. Are you taking a picture, Kers? Yeah. We're taking a picture at Charlie 6 extra down plane. It's a historical place from the screen, loading screen on this map, where two Panthers moving on this road. Я не знаю, где танк, еще должен появиться. А, в общем. Да. Я сфоткаю. Сейчас я еду по этой хуйне. Да. Я как раз научился включать. Танк стоит. Угу. Танк где стоит? Там они больше на повороте. Вот по-моему, там где... Второй нет. У нас одна тут пантера. Сейчас надо Райдера попросить. Райдер, are you here? Yes. Can you spawn us second one punch? No, because I am not in my usual computer, so I don't have the admins. Oh, grim. Я капаю. Не, поп тоже вышел. Ну ладно, обойдемся на пантеры. Да. Можно четверку еще допустить. Ну давайте приходим по-быстрому. Да не то, это... You guys are still here team killing each other. Да я параллельно. Да. Что? Но ник не подсвечивается. Сидел как, знаешь, такой, ну на видео потом увидел. Такой голову прикрыл такой. Попробуйте сесть кто-нибудь. F5. Please care, don't camp any flag, so I can use the Ягдтигер. Why not do nothing? Окей. Ржака. А ты не присел, да? Попробуй присесть на контр. Ну, в смысле... Ну, просто сидит, получается. Это коммуникация. А. Это я на бигпике так сидел еще. Я как раз ищу фотку. Вот там видно, кстати. Такой, у меня почему-то каски нет. Я без каски сижу. Донбасс, do you have admin rights? What? Admin rights, do you have? No. Блять, у них там пиздец. Only on training server. What was that? We split our Russian squad into two and I decided to turn on the CC, and as soon as I did, there was some, there was Erwin calling someone a retard and something about coasting. What was that? Something about coasting? Ghosting. Oh, ghost? He was being a retard. Oh, I see. I thought ghosting like in Project Reality, where you use like your second account to spy on enemies. Oh, I didn't hear anything like that. I only heard him talking about Ghost 2.0. And then he made a complaint about the Spaniards just doing whatever the fuck they want. Little back. Что я там стил? Why is the Ягдтигер not spawning? Повести эту хуйню. We are bleeding. Weird. Oh, I don't know why it's not bleeding. I mean, I don't know why it's not spawning. Did it spawn in this layer at all? I don't know. Don't boss. Oh, go to the Panther. Так, мне стоять здесь, вот здесь. Мне казалось, там больше на повороте было. Но... А слева, ну, тут не совсем так, конечно. Так, давайте сейчас. Так, что-то повысенькое. А, мне скрывать никнеймы. А тут плохо видно на фоне неба. А кто Годов, слезь? Знаете, вокруг лучше Пантеры этой. О, да, вот так, вот так, вот так. А, Микадзу сядь. Кто там сзади за джипе? No, go down, go to the ground. I cannot see your nickname. Stand here. Yeah, yeah, nice. Чё, ещё где будем фотаться? Окей, that's all. Ну, да, давай. Wait a minute. Будем еще где-то фототься, нет? Ну, не, наверное, тут таких мест. Я, честно говоря, устал. Я тоже. Уже, блин, сколько это? 9-я битва. Я уже жду, когда компания закончится. Как каждую пятницу не складывает. Да мне наоборот будет скучно. Ну, знаешь, как-то... Гусеницы прицепили, прикиньте, гусеницы. Да, ну, что да. А, сейчас, ну, Года может подождать, я сейчас поищу эту лекцию. Так, это был интересный момент. Я эту книгу свою по время успел купить. Даже хрен не достать. А, нет, лежит в загашнике, я ее купил просто потому, что мало ли пригодится. Я резкая крепость не особо так интересует, но понятно. Как сборник документов я больше по партизанам, по красным операциям. А все эти боевые действия не мое дело. Ты почему это смотрел? Ну я... Да? В смысле? Я что-то летает, просто я ни хера не слышу. Про что сейчас? Ты говорил, специализируешься на чем? А, я... Ну, не совсем специализация. Я... Побольше сейчас партизанов. То есть, да, я верю, что вот эту книгу про Брестскую крепость покупал просто потому, что цена была небольшая и мало ли входящих пригодится. Поэтому она лежит у меня. Я не помню, у тебя... Ты в музее работаешь, да? Партизан. Типа того, да. Пойду занимаюсь. Хотя бы это... Фотографии, что ты какие-нибудь скидывал, посмотрите, что... нечего скидывать. Почему? На реконструкции нужно. А ну старые какие фото? 5 лет назад старки. Понятно. И когда закончится? Хотел бы знать. первого с финансированием. Понятно. Потому что в 2019 году, когда закрывался, все вроде было неплохо. Потом лично был 2020 год, все стало очень-очень плохо. Сначала теперь... коронавирус, потом протесты, санкции. Теперь когда-нибудь надо приехать к нам, не знаю, смотреть танковые музей. А куда? В Москве? Вот, в Москве? Ну, так, как? Под Москвой. Ну, не знаю, как это сейчас называется. Парк Патриот? Там Кубинка есть. Ну. Потом есть частный музей. Частный музей там, ну, это УОР. Да, УОР. Ну, вот. И еще этот, где самолеты. Музей самолетов. Забыл добавить. Монин. Вот это интересно было. Мне что-то казалось, что Кубинку побывать в парке трех передал. Угу, да. Часть. Да. Они, они сделали такие экспозиции, ну как бы, прямо в ангаре закрытые все. И там типа как красиво все сделано, плитка там все. Ну и есть... я фотки так видел. Ну, я не помню, с 2018 года я так видел. Где-то. Ну... Ну, это... редкие вещи. Нет, это интересно, интересно. Вот этот впадик, вот там, короче, этот рабочий БТ-7 на полном ходу. И там еще показывали этот мухот. Его, ну, переодевали на эти на катки, короче, снимали гусеницы. И он на этих, на своих катках ездил. На брезгах. Да, да. Это прикольно, конечно. Ну, у нас такого особо нету, ну как близко, штаб, наверное, вообще не близко. Но я вот помню, линия Сталина, да, я даже там, я был в каком-то году 2, наверное, назад, меня не впечатлило, то есть у них там есть, конечно, техники, но она по большей части послевоенная. С военного, я не помню, что... Ну, 54, понятно, есть, ну, 85-е сушки есть, 76-я, по-моему, есть, 85-я есть. И у них есть немного немецкой техники, но она по-моему, не оригинальная, она, по-моему, теперь реконструирована. Ну, понятно. Из последнего у них штук 3. Ну, рейтинг очень мало найти вообще. А что штук третьих? Очень редко. Третий, по-моему, где-то нашли, как это называется, это кабина, верхняя часть. Вот где-то доставали верхнюю часть из болота, не знаю, что-то такое, и потом ее на неродное шасси ставили. Я вот видел видео полностью, короче, этот стук, короче, вытащили из болота. И он уже где-то в каком-то музее стоит. О, да, в Саратове. И там. Да. Да, его распродали по запчастям год вместе. Ну хорошо. Ну все правильно, потому что если ты в 2018 году делал тему героя и график с 2019 года, я не мог видеть. Ну, если 7-5. С конца 19-го года. О, блин, я думал, да давно играли. Нет. Ну, правильно получается. Очень 19-го года я первый раз участвовал. Я думал, где-то с 16 или 17. Нет, я напомню, тут играю с 14-го года. Вот еще где-то этот... У нас вроде бы в музее